Хорош выстрел, хорош. Красавчик, меня любят киски. Встает вопрос, как найти теперь. Ну вот, стрельнул, выстрел классный, далекий, достойный уважения, даже честно самому понравился. Вопрос только, как найти. В идеале бы, конечно, чтобы был подранок. О, привет! Смотрите, трава заложена. Заложена. И сидит красавец такой. Честно, не ожидал. Здоров, ну, как бы... Куда? Стояночка. Фото на портфолио. Ну. Главное, что тихо сидел. Сидит такой и смотрит на меня. Ну, как это сказать? Слабонервных просим не смотреть. Вот не надо эту жалость там. Ты жестокий. Ребята, плакать идем к девкам в груди. Это охота. Стрельнул. Самое главное, нашел в этой траве. Забрал. Ладненько. Ну что, пойдем дальше. Ну вот как вот тут без удочки достать? А собаки у меня нету. Так, оп. Подцепил, Вася, подцепил, пошел. Споймал. Что-то. Кто подходил, блин. Ой, нифига.
сейчас пукнут. Всем добрый вечер. Выехал вечером на охоту. Посмотрим. Нам осталось охотиться. Ориентировочно 40 минут. Посмотрим, что нас за 40 минут сможем настрелять. Очень много комаров. Лицо намазал аэрозолем против комаров. А на руки одел перчатки резиновые. Очень помогает, даже когда хожу на соседки, на косулю. Тоже помогает хорошо. Двумя выстрелами три уточки. Хорошо цепано. Вот. Нормальное завершение дня. Стоять. Куда? Куда? Хорошая стайка налетела. Два выстрела, три красавца. Первый выстрел целился по сидячим, чтобы цепануть двух уток сразу. Второй выстрел уже стрелял в лед. Что первое попалось. Так. Будьте мне крякать. Шучу. Вот так вот вечерняя охота состоялась. Два выстрела, три селезня. Еще раз покажу. Три красавца. Сидел, манил. Потом, когда увидел стаю,
красиво троих уделал, тут спору нет. Если понравился видос, ставь лайк.